Во дворе дома 83 по улице братьев Крастелевых обновляют детскую площадку. Здесь уже уложено основание из щебня, установлено детское игровое оборудование, бордюрный камень, по периметру выполнена санитарная обрезка зеленых насаждений. Работы ведутся по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Был составлен проект с учетом всех пожеланий от жителей, от старших по домам. Были все пожелания учтены вот, в плане того, чтобы сохранить зеленые насаждения аккуратно. Вот, соответственно, да, очень активное участие принимали. И потом будут активное участие принимать также в приемке этой площадки. Подготовительные работы на площадке уже завершили. Нынешний этап работы – укладка безопасного прорезиненного покрытия. Затем подрядная организация заасфальтирует участок, на котором будут располагаться скамейки и теннисный стол. Рабочий выполняет выполнение антитравматического покрытия резинового. Эта трамбовка уплотняет грунт, щебень. Благоустройство двора – результат вовлеченности жителей в жизнь двора. На общем собрании собственников горожане принимают решение о необходимости обновления двора. При участии специалистов районной администрации создают дизайн-проекты дворовых пространств. Мы решили, что нам все-таки, может быть, лучше здесь сделать резиновые покрытия, для детей сделать комплекс, поставить маленький МАФ и теннисный стол для нашей молодежи, чтобы был какой-то активный образ жизни, занятия спортом. Двор благоустраивается комплексно, но поэтапно. В следующем году жителей дома номер 83 ждет еще одна перемена. Будет отремонтирован внутриквартальный проезд. В этом году в областном центре по нацпроекту обновляют 47 дворов во всех районах Самары. Из них 15 дворов в Ленинском районе. Кроме того, по губернаторскому проекту содействия в районе обновят 2 дворовых пространства, а в 5 дворах комплексно отремонтируют проезды, тротуары, расширят места для парковки автомобилей, заменят бордюры. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.